Всего за 2 бакса в месяц смотри UFC, Bellator, APL, Лига Чемпионов, Формула-1, НБА, НХЛ. И это лишь 1/3 от того, что входит в одну подписку Сетанта Спорт. Я сам в шоке. А сейчас у тебя еще и есть шанс получить это все со скидкой 50%. Всего лишь за 2 бакса на первый месяц. Подробности в закрепленном комментарии. Заходи и кайфуй, брат. А полный бой ты сможешь посмотреть на канале «Наше дело» в YouTube и Ртуб. Ссылки на все в описании. Макс Топор и Никита Солонин в клетке, погнали. Первым номером начал работать Макс, но Никита тут же отогнал его к сетке, разразившись комбинацией. Дальше снова начал давить Топор, но Солонин круто встречал и попадал как следует. В слишком большом темпе начал Макс и задышал уже через минуту раунда. Снизил давление Топор, и Солонин стал чувствовать себя в клетке более уверенно и попадал чаще и тяжелее до конца раунда. Второй отрезок не так активно начал Топор, просевший по кардио. С дистанции Солонин круто попадал, разбивал соперника и расстреливал того. Атаки Макса разбивались об Никиту как о скалу. Все видел Солонин и очень круто разбирал соперника на нужной для себя дистанции. Тяжелые удары под конец раунда донес Никита, и с трудом Макс дошел до сирены. Ну а на третий раунд Макс Топор уже не вышел. Хватило ему всей этой движухи на протяжении 2 отрезков, и третий оказался для Топора непосильной ношей. А Никита устроил мастер-класс для своего оппонента. Поздравляем Солонина с яркой и красивой победой. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. А полный бой ты сможешь посмотреть на канале «Наше дело» в YouTube и Ртуб. Ссылки на все в описании.